Ладно, начинаем рисовать. Супер страшная. Чудовище Дорс. Что это за игра, Павлик, расскажи. Сначала рисуем круг. Кстати, это похоже на колобка. Теперь рисуем улыбочку. И теперь рисуем сопли, которые стекают по этой улыбочке. Здесь ротик. И он так вот улыбается. Скалится, можно сказать. Можно сказать, он скалится, можно улыбается. Два глаза. И еще такие вот, я не знаю, как это, щупальцы, да? Щупальцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Можете пока посмотреть, что такое Дорс. Если вы не знаете, то будет вас папа рыбакит образовывать. Павлик, что ты должен делать там? Расскажи, что ты должен делать. 100 дверей. Это легко сделать? Довольно, да? Я помню, ты долго играл в эту игру. Да? Давно и долго, я помню. Долго играл. Все черным закрашиваем. Но так как я рисую акварелькой, будет не очень черное, а средней черности такой. А это что вот я рисую? Это самый главный кусалка там или что? У меня сейчас кусать будет. Он кусать будет? Не будет. Интересно посмотреть, как тебя кусают. Черный цвет у меня немножко закончился. О, свечка. А свечка делает поп. Свечка просто напоминает, что... На что? Когда опасность. Скоро опасность будет. Дорс в переводе как двери можно переводить, да? Много дверей. Это игра про 100 дверей. Да, надо открыть 100 дверей. И что это значит? Еще пострашнее нарисую. Черненький. Более фиолетовый смешаю, черный. Он будет такой очень темный. Что, тебя съели? Нет. Танцуй эту музыку. Или ты спрятался? Танцуй на таких рафтинах. Огромный ключ. Ну, почти нарисовал я. Павлик идет по дороге. Хорошо, чтобы он не протянул ноги. Дорс. И чтобы развеселить ребят, которые смотрят нас и веселятся тоже, я думаю, что можно сделать... Там прикольно, что шкафов нет. Мне что-то жжут. Розовый снег. Не, беги. Беги, я не знаю, где. Розовый снег. Как будто бы у нас есть розовый снег, мы играем в игры, и у нас все получается, и у нас весело. Веселая вечеринка Дорс называется. Чуть украсим наше чудовище, чтобы оно было не такое страшное. А как оно называется, Павлик? Я не помню. Ты же играл? Хайт. Хайт, это который из шкафа. Ну, это как прятки, вся игра как прятки такая, да? Страшный дядька у меня получился. Даже не дядька. Не сожрешь. Ладно. Дорс, дорс, дорс. Дорс, дорс, дорс. Мы играем и рисуем. Павлик рисует, играет, я рисую. Ну а что еще там есть за игры, Павлик, какие? Такие популярные. Давай. Заценим бонусную комнату. Хотя. Он меня может зафигачить или какие-нибудь фигни. Ладно, в какую еще мы играли там игру? Свинка Пеппа есть. Голодный. Соник, Соник, мы играли в Соника, помнишь? Голодный. В Соника, в Соника. Давай в Соника, я нарисую Соника теперь. Что, теперь много? А в какую дверь ты не знаешь? Да. Я запоминала, типа там 23-я сейчас была, если я в 23-ю пойду, меня сожгут. Так. Поэтому я иду в 24-ю. Сейчас была 23, а... А там рандом или нет? Одинаково.